Жили-были? Где была? Была у них? Кукурка. Ряба? Да. Да? Снесла курочка? Кокаичка, ля-ля-ичка. Ля-ля-ичка. Кокаичка. Это кокаичка. А можно снова сказку? Что-то я ничего не поняла. Я. Давай, еще раз. Можно дела? Подожди. У них... Давай. Жили-были? Дед, баба. Ага. И была у них? Кукока. Звали ее? Ряба. Ряба. Уже всему научится, как мешки быстро открывать. Раньше ничего не умела. Опытное хозяйство. Кормушка скидает прям. Было что? У меня расписание было так: кого-то в садик, кого-то в школу, вечером танцевальный, кому-то на репетицию. И у меня постоянно, вот в городе, живя, я всегда куда-то бегала. Одна мисс начальная школа, вторая мисс детский сад. И вот это все, то примерка платьев, то какие-то у них дефиле, то у них там что-нибудь выступление, то в танцевальном. Танцевальный вообще каждый день был. Одну в одно время, другую в другое время. Не знаю, у меня в городе было столько всяких. Здесь просто вот, что, одно и то же. Я бы даже пойти детям некуда. Дети у меня скучают по городу, потому что там они были заняты. Здесь они что делают? Просто погулять и телевизор посмотреть, пока не ходят. Они по городу. Вот бы им куда-нибудь сходить. Там же то мы в музей ходили, то на выставки на всякие. Мы никогда ничего не пропускали. Цирк приезжает, мы всегда. И цирк, и все. На всех мероприятиях были. Как насчет порядка, так сразу потом. Да, и все, да, я... Мы с тобой вдвоем пойдем. Нет, хочешь? Я Алинку. Алинку хочешь взять? Все. Алин, ну пойдем на улицу, а? Алин. Алин. Ну пойдем гулять. Ну не надо так. Ай, ты что шагаешь? Алин. А ты где вообще? Где она есть? Куда спряталась? Вот она есть. Где? Вот под яблоком. Алин. Русская, она спряталась. Она от тебя спряталась. А мне? Ну, от тебя спряталась. Пойдем топ-топ. Пошли, доченька. Пойдем погуляем. Сынок. Шашлык пожаришь? Нет, шашлык папа будет жарить. Проснется, потом папа же нажарит вам шашлыка. Ну, пойдем. Наконец-то уговорили. Погоди, сколько всегда. Я Алинка. Алинка идет? Во дворе. Нормально себя этот. Пойдем одеваться. Можно на калитку? Пойдем на калитку. Пошли, сынок. На калитке посидите. На калитке. Я Алинка. Под калиткой поваляетесь. Алин. А ты вообще? Алинка. Алинка. Неси сумку.
разрешения. В 3 года переходный, в 7 лет переходный, в 11 переходный, в 14 лет. Да когда же этот переходный возраст закончится, бля? Ты что, башмаки сломал? Нет. А что ты делаешь там? Я чук, я. Что там чук? Вот. Сломалась? Да. Ну иди, я тебе сделаю. Нет, я сам. Ты сам? Самостоятельный такой, что ли? Да. Вот ты, блин. Куда мне тык? Я же тебе говорю, давай помогу. Куда мне тык? Давай помогу тебе. Я сам. Ты сам? Да. Тебе показать тык, а потом затык? Да. Давай. Я давай я помогу. Сейчас тебе Тайсон поможет. Хочешь? Я помогу я тебе. Давай. Что ты? Эй! Ты чё? Красота какая. Каждая друг на друга не похожа. Как люди. У всех разная перья. Хотя рождаются почти что все одинаковые. Тут и золотая вон ходит. Вон как с золотом. Вот эта вот курочка. Золотой окрас считается. Вот они, красотки мои. Это молоденькие все. Постарше вон пошла курочка. Это все маленькие. Вот петушок молоденький. Их сразу видно, петушок. Вот курочки, маленькие мои, самые мои любимые курочки. Яички дают, и мяска много, но резать, колоть, то есть нет. Только разводить их буду. Эту красоту только есть нельзя. Я не знаю, у меня, по-моему, рука не поднимется ни одной их. Зачем ты? А надо. Не, не рисовать не будут. Не будут. Все. Не будут рисовать. Да. Это я сказала, нет. Вот сюда точно ходит. Да, сюда никто не залезет, и никого нету. Потому что ты лезть спать можно. Хоть что. Кто хочет мне что сделать, например, я, например, тетрадку ее порвала, ручки, я не усмотрела. Она бежит за мной, хочет меня наругать, я бегу сюда, пока Тома там ищет в другом месте. Ну все добавила, ничего не забыла? Да, все добавила. Ну, кроме солнечного масла. Сахар, соль, яйцо, два яйца, молоко. Иди сюда. Так, человек скипел у нас. Чай делаем? Чай, чай пьет? Да. Молодец. Может, тебе ложку давать? Давай ложкой. Не пальцем, а ложкой. А то как-то пальчиком. Давай кушать. Давай кушать. Давай покажу. Подожди. Сумочка тебе покажет, как это делать? Давай я тебе покажу. Смотри. Давай ложку. Чай. Ой, какой ты вкусно кушать. Вкусно, сынок? Очень вкусно. Ляля, смотри, Тома, что наделала. Целую ложку. Чего такое? А Ренатику дадите? Уже дали. И Ренатику дали. А пирожное Алинке отвратило. А там еще пирожное. Нет, это не... А. Да.
скажем, Алинка, тебе вредно. Вредно крем. Есть крем, есть, ешь одно и то. Ой, такая штука вкусная. Я когда была маленькая, знаешь, как я любила такие пироженки заварные. Мне тоже баба покупала. Заметно. Ты такая худенькая. И мне тоже баба. Аппетит не пропал. И баба мне тоже. Баба тебе тоже покупала? Да, тоже. Вкусно было? И один. Я буду посуду мыть. Ты будешь посуду мыть? Да. Молодец. Дай. Ты помощник маме, да? Машина. Да. Я такой мужик. Пошел 4-й год. Мы здесь обитаем. Тяжело было сперва. Мне как городскому жителю. Может, у меня он родился в деревне. Меня он всегда просил, поехали. Квартиру продадим, поехали. Я говорила, нет. А теперь меня в город и не заманишь. Не хочу. Нравится. Спать ложись. Можем, было быстрее. Сейчас плакать начнет. Почему вот это мазь? Здорово же, дети, я здоров, муж здоров. Почему ребенок? А мне все ей говорят, знаете что? Рождались всегда дети и будут рождаться. Ну, конечно, ответ не очень так меня это. Меня просто всегда мысль приносит, что подумаешь вечерком, когда ничего не делаешь. А почему? Почему именно со мной случилось? Вот почему именно? Что за испытание? Где я так нагрешила, что Боженька меня наказала? А с другой стороны, ну, думаю, а может быть это не испытание. Вот я на него смотрю, вот он не такой. Вот все равно, вот есть же, когда дети говорят, там, что дети давны, ну что, какие-то дети солнца. И вот ну, мне тоже он не такой. Но должна я это пройти испытание. Рельсы, палки. Ехал поезд. Из последнего года вдруг Палки. Ох ты моя палка. Давай спать, бай-бай. Рельсы, палки. Палки. А как? Спать будем, бай-бай? Пойдем. Ладненько, закроем. Песенку будем петь? Нет. А как будет? Чего будем делать? Лекать. Легла спать. Давай. Баю. Чего нет? Там. Тому позвать? Нет. А кого позвать? Маму. Мама здесь. Тома. Давай я тебе положу песенку тебе ставить. Давай. А я здесь тобой рядышком. Ложись. Давай с тобой. Тише. Зайдешь, если будешь бегать туда-сюда. Мам. Ну что? А я тоже. Заходи, значит, домой ложись спать тоже.
Я сказала, либо гуляете, либо спать ложитесь. Все. Ну, значит, иди погуляй с ним. Там дождь начался. Куртку оденьте. Я ему говорю, пойдем гулять. Там дождь. Нет, там дождь. Ну, куртку возьми, синюю куртку. Вон там, куртку. Синюю куртку. Погуляйте, дайте я его спать уложу, а. Жила-была коза. Козлята. Пошла в коза на базар по молочку. Куртку возьми. На фрезе запустите. Если сейчас еще раз зайдете, зайдите домой, будете спать ложиться. Оба причем. Восьми только двое. Ну там еще лежат. Вот два болтуна. Все болтуны. Двое вывелось. Третий не смог. Всего сколько? Сколько их здесь смог? Два, да. Два гусенка, да? А все? Остальные там они. Ты их сильнее кричи, пугаешь их. Остальные там сидят еще в своем домике. А чего? Ну что, подумаешь, вон там еще. Вон там, ты же знаешь, где они сидят у нас. Ты что, забыл, где они нас живут? Да. Смотри, вон они остальные. Ну, куда я посмотрю? Есть там еще? Их нету. Ну, они пока еще там в яичках, да, еще? Да. Вот. А там что? А вот это чуди? Самое огромное счастье, что мой сын встал на ноги и сам сделал шаги. Вот когда вот он первый раз сел в кроватке, я неделю плакала, потому что мне в свое время врачи сказали не читать, что он вообще сядет, что он подниматься у вас начнет. И когда он сел, свесил ножки с кровати, держась за поручни, держась, он потом боялся просто. Начал плакать. Я сперва думала, что, может быть, ножку не так положили. Что, я захожу, я своим глазам не поверила. У меня такое ощущение было, что его посадили. Не сам себе, посадили его в кроватке. А потом, когда тут сразу всем родственникам звонить начали, и все плакали. Даже дед, на что он у нас по характеру, человек такой, что слезу не пробьешь. Даже он плакал. Потому что все равно, когда встал первый раз, как-то вроде не замечаешь этого, когда вот ребенок шаги первое делает. Как-то все это вылетает из головы. У меня вот с этим именно ребенком, по-моему, я до последнего дня не буду помнить, как он сел, как он встал в кроватке. Ой. Включай, тетю. Ты звуку добавь. Чего? Ты звуку добавь.
Раскрашивал небо как мог, оно было белым, как белый день. Я лил столько краски на небеса и не мог понять, откуда там тень. Это было в жаркий июльский день, когда болота горят, когда зажигается дом от одного взгляда. И вот еще вот это. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема не разрешена, беспокоиться о ней вообще бессмысленно. Неделя через две. Да. Вот столько дождей идут, да? А снизу сухая все равно. Копаешь, земля твердая. Вот первый урожай картошки. Нормально, сама чистит. Сейчас в мундире, знаешь, что здорово? В мундире здорово варить. Я делаю. Сейчас ее помыть хорошо, да? Шкурочка. Но его не было 6 месяцев, когда мы Тонечка совсем маленькая была. Второй раз ушел, когда Алинка была совсем еще грудным ребенком. Ей было 8 месяцев, он ушел. Ушел, мне было год почти что. Потом опять, вот мы жили какой-то промежуток времени, он опять уходил. То есть приходит, прощение просит, как бы опять сходились. Через какое-то время опять расходились. Но вот последний раз, когда родились мальчишки, и когда вот этот страшный диагноз прозвучал, что у ребенка ДЦП. То есть этот человек, он не мог поверить себе, что действительно у него может быть ребенок в семье инвалид. То есть диагноз нам там был поставлен 8 месяцев. Инвалидность вот мы оформили, ну, можно сказать, что уже ближе к году. Получается, что в феврале оформляем инвалидность, а в марте он уже уходит от нас. То есть повернулся и ушел, сказал, я жить не буду. От 4 марта как уехал, и 2 года его не было, все катался. Ну и развелись официально, я на алименты подала. То есть бесполезность этого человека ни рубля мы так и не смогли выбить. И вот и так остался жить. Не знаю, конечно, до каких пор я все это вытерплю. Мне что-то уже опять надоедает это все. Я уже охота жить одной. Сколько-то тишина и покой, никто не командует тобой, никто что-то не так. Я уже привыкла по-своему. Если я поставила, должна здесь стоять. Если я положила, должна здесь лежать. Я не люблю, когда за мной ходят, переделывают. Не знаю. Вообще вот в моей ситуации, конечно, тяжело вот так с 4 детьми, но мне почему-то кажется, что мне бы лучше жилось одной. Привык, как вот он раньше, привык, чтобы мы все подносили, все приносили. Когда у меня была эта безумная любовь, любовь была односторонней, то есть я любила, он нет. Не знаю, может быть сейчас получится. Так, как говорится, стерпится, слюбится. Уже тут, конечно, никакой любви нет, просто чисто.
Можно, если говорить честно, то нужен мужик, чтобы построить сарай. Вот и все. Персики. Это варенье тебе вон там в тарелке. Ну, подай сюда. Да. А, у меня в чашку положили. Сейчас. Налью, положу. А ты сюда налей. Угу. Сюда же кожу наложить. Еще узбек. На. Тебе что, в чашку? Вот это мы как раз что отрабатывает. И то это до отработки очень далеко, чтобы отработать. Тут надо такие сараи построить, такое средство сделать, потому что больше 300 000 задолжал за 1.5 года. Так что, чтобы ему отработать, я не знаю, как мне тогда, когда я забирала от судебных приставов исполнительный лист, мне говорили, и куда вы теперь? Я говорю, а я его беру в рабство. Они посмеялись и говорят, а может быть и правильно. Ну а чем мне жить надо? Огород, куры, все, собачки, всем нужен. Раскрашивал небо как мог, оно было белым, как белый день. Я лил столько краски на небеса и не мог понять, откуда там тень. Это было в жаркий июльский день, когда болота горят, когда зажигается дом от одного взгляда. Раскрашивал небо как мог, оно было белым, как белый день. Я лил столько краски на небеса и не мог понять, откуда там тень. Это было в жаркий июльский день, когда болота горят, когда зажигается город от одного взгляда. Ну вот если бы мне сказали годика 4 или 5 тому назад, что я в деревне буду жить. Не-не-не, я лучше в городе. А сейчас я тут скажу нет. Лучше в деревне. Ну не знаю, мне как-то, может быть, действительно вот это все вот чисто, что меня здесь никто не видит. Ребенок такой. Это было в жаркий июльский день, когда болота горят, когда зажигается все от одного взгляда. Сиди.
мог. Оно было белым, как белый день. Я лил столько краски на небеса и не мог понять, откуда там тень. Это было жаркий южский день, когда болота горят, когда зажигается дом от одного взгляда.